съемка. Добрый день, дорогие друзья. Или вечер, кто его знает, сейчас разберешь. 7 января мы поздравляем вас с Рождеством. Желаем всего самого светлого, голубого неба над головой. Солнце. Да, голубого неба и солнца над головой. Мы обращаемся к вам не просто так. У нас появилось намерение найти дружественного водителя с личным автобусом. Примерно мест на 40. За это мы обязуемся кормить, поить, спать ложить, обогревать, в бане парить и чаями поить. Да? Да. И мы предоставляем очень такую компанию. Очень веселую, творческую, замечательную людей. Не пожалеете. Мы творческую усадьбу Гусеницы. Да. Ждем водителя с личным транспортом. Который готов разрисовать этот транспорт. Да. И поставить громкоговоритель наверх. Да. Мы будем объезжать окрестности с проектом «Киносреда». «Киносреда» и «Антигуслицы». И «Антигуслицы». Чтобы показывать кино массам. Мы ждем тебя, о водитель. Максимальный репост, дорогие друзья. Куда писать? Звонить? Куда писать? Отправлять заявки? ВКонтакте, страничка, творческого сотрудничества. Или телефон 8-903-791-0817. Пока!